Всем привет, это Лев, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт, и в принципе сегодня я решил записать разговорное видео, да, ребята, и в принципе решил записать, в принципе, ну, через 4 дня, в принципе, надеюсь, получится выложить этот ролик, в принципе, да, как-то так, и в принципе, я начну с самого такого обычного, я хочу рассказать про два летсплея, а именно под куполом, что за летсплей вообще, почему я говорю уже про него 2-3 месяца. Еще там про один, ну, сборочку, летсплей, то есть под куполом это тоже сборочка такая вот, которую я собираю. В принципе, давайте начнем, да. Начнем с мелочи, а начнем именно с того, ну, просто хочу, как бы, сказать вам спасибо за то, что вы набрали 10 лайков, ребята, за 3 дня. Всей выживания в Майнкрафте 8 серия, да, вы набрали, это на самом деле очень круто. В принципе, у меня были проблемы с зависаниями, то есть в прошлом видео я уже записывал, поэтому если будет лагать сильно, то правда, простите, буду ходить просто вот вперед, то есть особо не буду. Тут я не знаю, почему у меня очень лагает, я, ну реально не знаю, у меня вроде как все нормально настроено, я вообще без тех ступаков играл. Ладно, в принципе, хорошо. Реально спасибо за то, что вы набрали 10 лайков за 3 дня, потому что последний ролик, только который был почти 2 месяца назад, это ролик назывался «Год каналу», как раз вот там был разговорный ролик, его набрал 11 лайков, то есть, ну, остальные набрали только по 8 лайков, может быть, по 9. В принципе, что я хочу сказать? Давайте перейдем, в принципе, к... Ну, еще расскажу одну тему маленькую. Это, ребята, то, что мы набрали, наконец-то, спустя год, даже чуть больше, набрали 10 тысяч просмотров полностью. Ну, то есть, за все видео я набрал 10 тысяч просмотров. Уже 10 200 где-то просмотров. То есть, достаточно хорошо стрельнул последний ролик, и поэтому просмотры очень быстро накопились. Да, получается 10 200 сейчас. И, в принципе, это, на самом деле, не может меня не радовать. Да, если что, я играю на сложности нормальной, а голод у меня не пропадает, потому что у меня тут эффект стоит, насыщение, да. В принципе, как-то так. Ну что ж, в принципе, давайте расскажу про под куполом. Что это вообще за сборочка такая, почему я говорю про нее 2-3 месяца уже. А именно, ребята, это такая сборочка, которую я снимал почти 3 года назад. Да, снимал на прошлый канал. Я когда-нибудь про это расскажу, я думаю, расскажу в самом летсплее под куполом, когда он выйдет. Он выйдет на мощном компе, потому что даже вот сейчас, вот такая, ну, я чувствую сейчас лаги чувствуются и то. И поэтому как-то вот не хочу, я не смогу просто на все записывать на этом компе, потому что даже сейчас в обычном мире лагает, без всяких вот этих модов, все такое, а там уже 130 модов, ребята. Ну, если быть точнее, 128 модов на данный момент. Но там еще модов 70-80 есть, которые просто не поставил еще в сборку. Постепенно ставлю. То есть куча модов. Я сборочку, наверное, доделаю на новом компе. Потому что, ну, это слишком уж сложно, ребята. На таком компе все очень дико лагает. И невозможно просто навсего работать. В принципе, я хочу заснять на этом компе пока что, ну... небольшую сборочку, наверное, будет максимум модов 30 на версии. Ну, я пока не буду говорить версию, потому что точно сам еще не знаю. Но я знаю, какая версия, но я могу еще передумать. Да, выйдет эта сборочка через месяц-два месяца. Я не буду название тоже спалить, да. Не буду, потому что, ну, это неинтересно будет. И жанр говорить какой там, то есть, типа, бывают же жанры всякие вот эти, ну... Разные же сборки бывают, там крафт какой-нибудь, то есть вот магические, да, сборки бывают, и другие всякие сборки, там, технические, я не знаю, да. В принципе, еще сразу скажу то, что эта сборка выйдет на 100 подписчиков, ну, вот эта сборка, про которую я сказал, в принципе, как-то так, то есть она выйдет на 100 подписчиков, и, в принципе, сейчас у меня 92 подписчика, сейчас осталось всего лишь 8 подписчиков. И, думаю, выложу, ну, начну снимать сбоку через месяц, через два месяца, наверное. Даже, возможно, через полмесяца, но это вряд ли, потому что я еще сбоку не подготовил. Начал ее создавать только 19 апреля. В принципе, как-то так, что-то я монстров тут не вижу, это странно. Просто навсего решил рассказать вам такую вот новость, да. И, в принципе, надеюсь, вам, ну, как бы, я не знаю,
Ролик такой разговорный получился, да. Ну, что еще могу сделать? Ну, если вы искали вдруг такой биом, то я не знаю, сид могу скинуть, например. Ну, типа вот сид. Типа, ну, может быть, кому-то надо. Вот сид, да. Так, у меня бесконечная еда, поэтому у меня хпшки быстро восстанавливаются. Да. В принципе, вроде как все рассказал. Под куполом будет выходить на новом компе. И, в принципе, как-то так. Ребят, я сейчас снимаю чаще ролики. Поэтому, ну и, пожалуйста, ставьте лайки. Все такое под каждым роликом, пожалуйста. Вот реально, пишите комментарии, чтобы как-то продвигать их. Чтобы мы набрали достаточно быстро 8 подписчиков. У меня за один стрим когда-то было 11 подписчиков подписалось. Я где-то 2,5 часа стримил. А вот сейчас такого не получается. Вообще стримить не получается сейчас. Шуком слабый. Поэтому, ребята, простите, я просто-навсего не могу сейчас стримить. Может быть, очень редко, но это и тот тестовый стрим был. Вот недавно пробовал стрим. Недельку назад. Ну, прошлые выходные, да. В принципе, как-то так. Как-то так. В принципе, ну, то есть, 8 подписчиков, в принципе, не так уж и сложно, думаю, набрать. Думаю, за 2-3 месяца, ну, даже за 3, то есть, ну, думаю, то, что у вас получится, то есть, как-то, не знаю, скидывайте кому-то или, там, не знаю, с других аккаунтов подпишитесь, я не знаю, да. Я знаю, кстати, то, что у меня уже было 100 подписчиков, а это было где-то месяцев, наверное, 9 или 8 или 7 назад, ну, не помню точно. Все дело в том, то, что YouTube удалял подписчиков, это было где-то в декабре, вроде как, перед Новым годом. У некоторых, я знаю, людей даже по несколько тысяч отняло, да, подписчиков, а у меня 30 где-то подписчиков отняло. У меня было на тот момент где-то почти 120 подписчиков. Вот как-то так, ребята. Ну, в принципе, теперь хотя бы будет какой-то стимул вам подписываться, ну, там, я не знаю... если кто-нибудь новенький посмотрит, там, подпишитесь, если вам интересны всякие там выживания, смотрите, все такое. Этот ролик просто-навсего такой вот разговорный, я здесь ничего не собирался делать, там, ничего снимать такого, ну, важного, да, просто рассказать и все. В принципе, как-то так, на этом мы... Ни хрена себе, он сам сорвался, у меня никаких тут модов не установлено. Так, хорошо. В принципе, ну, ни хера себе. Короче, все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Оцените видео, да. Всем, ребята, спасибо и пока, да, и в принципе мы, ребята, буду стараться снимать видео чаще. Я сниму следующее видео про карту. Ну, да, пройду Call of Paku карту и дальше, возможно, запишу Minecraft с лаки блоками, да. Уже не записал 9 месяцев, поэтому уже, ребята, пора, да. Это очень большой срок, 4... Ой, 4 месяца, действительно, 9 месяцев прошло, да. Аж с последней части. Что-то забросил. В принципе, ребята, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем пока и удачи, пишите свои идеи для, например, второго канала, да, вот сейчас он появится тут, на экране, вот, наверное, вот тут он появится. Да, в принципе, как-то так, как-то так. В принципе, ну... Подписывайтесь на канал, там я скоро, может быть, еще кого-нибудь ролик запишу. Один уже записал. Пишите идеи для того канала, для этого канала. Пока что у меня есть идеи там на ролика 4-5, ну, вперед. А дальше уже, не знаю, повторяться или что-то новенькое придумать. Потому что, ну, выживание записывать сразу не смогу, новое. Скорее всего, кстати, выживание в Майнкрафте больше все-таки выходить не будет, я все-таки так решил. Да и на 1.14, наверное, тоже, потому что вы не писали комментарий про это. Если вы хотите, чтобы я продолжал, например, на 1.14 в новом мире или на старом мире, то пишите, ребята, под прошлым видео в комментариях, именно под прошлым. Потому что я хочу выживание, там все такое, чем-то пишите, что хотите. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Увидимся в следующем видео, которое будет уже, наверное, через пару дней. Да. Пока-пока.